И сказал ей ангел Бога: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо Бог услышал скорбь твою, и будет он дикарь-человек, рука его на всех, а рука всех на него, и пред лицом всех братьев своих разместится он». Тоже имеет множество всяких последствий вот этого. Это на сегодняшний день мы видим. Да. Тогда это не было заметно и видно на протяжении всей этой истории. В древнем мире это было немножко видно, но особенно это сегодня. И распространение поэтому ислама во всем мире, это вот оттуда и идет. Агарь со своим зародышем внутренним Ишмаэлем приходит к Сарай и продолжается там это действие. То есть если она возвратится к Сарай, то она сможет продвигаться вперед. То есть человек сможет еще реализовать свои свойства внутри Сарай и потом двигаться дальше. А что это такое? Будет он дикарь человек, рука его на всех? О, эта история еще впереди нас. Когда ислам действительно заявит о себе в полную мощь, и поэтому будет сказано «Ядоби коль ва яд коль бо». То есть рука его на всех и руки всех на нем. То есть, с одной стороны, будет стремиться, как сегодня мы уже видим, распространить свое влияние на весь мир. С другой стороны, весь мир будет и зависеть, и подавлять его. И вот это вот противостояние их в итоге выразится в их общем союзе против Израиля.